Это имя родители дали мне не случайно, ведь оно означает победа. Я не знаю, этот ли факт влияет на мою судьбу, но я всегда старалась побеждать. Я всегда считала, что если ты что-то делаешь, то ты должен это делать, если не безупречно, то очень хорошо. Поэтому все мои начинания всегда заканчивались успехом. Надеюсь, что и в этом конкурсе это сыграет немаловажную роль. А всем остальным участницам желаю успехов и своих личных побед.